Уже бывшего главу Севастопольского госжилнадзора обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Вечером 24 марта подозреваемого взяли под стражу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Преступление было совершено, когда мужчина занимал пост главного государственного жилищного инспектора Севастополя с ноября 2018 по февраль 2021 года. По версии следствия, за это время подозреваемым в виде взятки получено свыше 1 миллиона. 600 тысяч рублей, а также предоставлено общее покровительство представителям управляющих компаний. Чиновник предупреждал о поступающих жалобах и запланированных проверках, не привлекал руководство управляющих компаний к административной ответственности. В рамках уголовного дела сотрудниками Следственного комитета и МВД при силовой поддержке подразделения Росгвардии проведены обыски по месту жительства и бывшему месту работы фигуранта уголовного дела. Изъяты сведения, представляющие интерес для следствия. Расследование продолжается, оперативники устанавливают других лиц, причастных к преступной схеме. Добавим, что в указанный промежуток времени совершения преступления госжилнадзор в Севастополе возглавлял Дмитрий Яньков. Он был уволен с должности в марте 2021 года после ряда служебных проверок и многочисленных жалоб. Ранее юристы госжилнадзора подали судебный иск о защите чести и достоинства против жительницы Севастополя, обвинявшей структуру в бездействии относительно одной из управляющих компаний города. Перед увольнением Дмитрия Янькова иск был отозван. Редактор